Министры иностранных дел АСЕАН накануне провели незапланированную встречу по теме Южно-Китайского моря. Ей в совместном коммюнике посвящен небольшой раздел. Участники не стали комментировать ситуацию, сославшись на то, что спор между Китаем и Филиппинами является вопросом двусторонних отношений и не должен определять взаимодействие между Китаем и АСЕАН. Напомню, в эти дни в лаосской столице проходит форум по региональной безопасности Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. По итогам переговоров министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что китайская сторона готова прилагать совместные со странами АСЕАН усилия для выполнения декларации действий сторон в Южно-Китайском море. Министры сошлись во мнении. Существующие споры по поводу островов или рифов не должны определять отношения между Китаем и АСЕАН. Министры АСЕАН высказались ясно по этому вопросу. Также они не признают сторону арбитражного дела, которое было подано в одностороннем порядке по инициативе бывшего правительства Филиппин. Они также согласны, что это вопрос двухсторонних отношений.